В общем, ребят, хочу такого себе соседа. Я не знаю, я говорил в прошлый раз. Приходишь так с работки, зашел, поздоровался, выбрал чашечку, налил одну солодовую. Давай, да. Cheers. Баба. Cheers. Yep. Я помогаю каждый год Дэну наряжать его дом и нашим домом тоже нарядить. Давай, а то что-то у вас не горит ничего. Да. Только шкаф. Только шкаф нарядный у Дэна. Ну, шкаф. Весь год нарядный. Просился к Дэну посмотреть на его сигарную комнату. Вау, Феминдор. Смотрите, yeah. 70% влажность сидела. Вау. So, итак, посмотрим. Предпочитаешь крепкие? Не крепкие. Yes. Okay. Вот это самое легкое здесь. Окей. Okay. Продолжая изучать хозяйство Дэна, сейчас он будет показывать, как коптит. Завтра день благодарения, и он поэтому заготовил лосося. Вау. Это сахар с солью? Да. И тут другая часть. Круто. Я оставлю это здесь на ночь. И завтра буду коптить. Круто, я бы хотел бы это попробовать. Ну завтра, я думаю, он обычно раздает соседям. Да, скажи, пусть нам один кусочек на тест-драйв, да. Разумеется. Дэн завтра пригласил праздновать День Благодарения с его семьей. Там будет 30 человек, я и Настя. С нашим английским языком, конечно, немножко страшновато туда идти, но я обязан это снять, будет нереально круто. Теперь Алиса знает многие секреты блогеров. Серьезно? Да, сейчас покажу, короче, фишку такую. Алиса, ты знаешь секреты блогеров? Я вам все расскажу, только блогерам не говорите. Чей секрет вы хотите узнать? Скажите, хватит о блогерах, чтобы вернуться назад. Как думаете, чей секрет? Секрет Александра Кондрашова. Саша Патрон. Вот это секрет. Я уже шепнулся. А ты мне не сказал. Я уже шепнулся, что она расскажет твой главный секрет. Да, очень. Алиса, спасибо тебе за то, что ты четко сказала. Да. В общем, ребят, скачивайте Яндекс.Браузер, ссылка будет в описании, и можете сами спросить про любого блогера и вообще про известных личностей и их секреты. Вообще классная вещь, и можно поиграть с ней. Алиса, что еще про сам? Его пошел палить. В общем, ребят, ссылка в описании. Да, доброе утро. Ребята, мы проснулись, и тут же нам позвонил Дэн, сказал, приходите смотреть, как я копчу семгу. Доброе утро! Доброе утро! Как вы? Отлично, спасибо. Вау. А, он сейчас будет медом обрабатывать, да? So you're gonna base it with the honey now? Сколько же он меда потратил на это? 3 литра, что ли? Сколько ушло меда? Много. Так, и сверху. Плюшечку. That's what we put back here and just let it. Эта деревяшка как раз начнет дымить и. There you go. Ребята, сегодня день благодарения, поэтому мы приехали в американский магазин. Дэна отец-адвокат, он построил дом на берегу моря, в котором сегодня будет примерно 30 американцев, большая такая семья, и мы два иностранца. При этом наше знание английского языка оставляет желать лучшего. Тебе нравится такой опыт? Столичная водка, 20 баксов за 2 литра. Причем это польский бренд, по-моему. Макало нам нужен, он где-то там был. Вот это я помню. У американцев все продумано так, чтобы люди возвращались и покупали, то есть на постоянных покупателей, поэтому у них есть всевозможные карточки, дисконт, ну как в принципе и у нас. Без дисконта вообще не выгодно без этой карты покупать, потому что это бешеные цены. Нужно иметь эти карты, а если вы просто турист, то вы будете платить процентов на 20 больше, чем местные жители. Дэн говорит, ребята, это семейный праздник, одевайтесь как вам удобно, casual. Вот, Настя говорит, так, окей, он говорит, ну посмотрите на меня, как я одет. Поэтому.
Сейчас мы поедем по платной дороге, поэтому он вводит наш номер. Если вы заранее делаете, вводите ваш номер, вы можете въехать по платной полосе. То есть у них есть два вида платных полос. Одна карпул называется, это когда вы втроем в машине едете, можете бесплатно абсолютно. Либо когда вы платите, и у вас выделенная полоса. Это нормально, пацаны? Мы едем с Дэном на этой машине, а Настя поедет с Дэном и женой на его машине. Сейчас, короче, я его прокачу, посмотрим на реакцию. Good? Да. Это гоночный автомобиль. Yeah. Мы едем в сторону Сан-Диего, 60 миль на юг. Сейчас разговаривали, я говорю, как водители благодарят, ну, если ты обогнал, например, у нас аварийку включают. Он говорит, у нас нужно два раза на тормоз нажать. И если ты спереди хочешь человека поблагодарить, то два раза светом делаешь. Вот такие вот разные у нас немножко понятия. Какие красивые здесь пальмы. Эти вот не постриженные, а те постриженные. Ребята, а вот там вот Тихий океан. Деревянный. Alex and Anastasia. Hello. That's Maureen. Hello. That's my older sister. Круто, они заморочились, да? Клан. 19 ноября 2017 года. Клан Хулиган. Прикольно. Десерты. Вау. Прикольно. Они делают меню. Александр. Здесь даже есть мы. Возьми на память себе. Вау, смотри, здесь есть мы. Александр Кондрашов, Анастасия Кондрашова. Очень мило. Это мой отец. А это его братья. А, и два брата. Слушай, здесь как в шале, в отеле. Да, да, да. Очень прикольно. Смотрите, какую он пристройку здесь сделал. И получается огромная кухня. Дожди здесь практически не бывает. Часть крыши не застекленная. Стоят газовые обогреватели. Я, кстати, на дачу такие же хочу себе купить. Скажите в комментах, ребят, вот такие газовые, есть пирамиды всякие разные. Какие из них лучше взять? Лестница наверх есть. А это вся их большая семья. Дочка. Смотри, какой Дэн был. Ребят, смотрите, здесь березка растет. Пальма и березка. И сейчас еще здесь будет женщина, которая говорит по-русски, и у нее фамилия Кондрашова. Как такое вообще? Как могло случиться? Ребят, это не подстава. Мы ничего этого не делали. Это произошло само собой. Да, но есть шанс, что она не приедет. Но если приедет, мы вам обязательно с ней вас познакомим. Да, здесь еще один балкон. Весь дом состоит из открытых таких. Hello, да, из открытых площадей, балконов всяких. Место, чтобы отдыхать, все-таки разные. Слушай, он так... душой подошел к этому месту. Okay. Это очень интересно. Oh. Он реально с душой подошел здесь к этому сидишь, месту. Здесь сидишь, куришь с соседями вообще. Чисто человек просто сделал для себя так, как он хотел. Прикольная штука. Оп. И все. Реально, каждый шаг продуман. Это другая сторона. Здесь есть гриль. И... о, смотрите, здесь еще одна комната. О, смотрите, какая кухня. Еще один бар. Опа-на. There you go. Да, как у меня дома. Давайте посмотрим, что есть в холодильнике. Окей. Okay. У них есть кола. Здесь куча всяких сиропов. Они все приготовили, поэтому... That's они... just what I was gonna say, too. А, грибочки. Ну, в общем, все то же самое. Like a Russian. Wait a minute. Cheese. А, вот у них сыра, смотрите, сколько. Not too much cheese. Ну, я думал, вдруг что-то будет интересное для вас, поэтому попросил показать. Здесь он нас привел в гараж. Смотрите, отец у него адвокат, и при этом золотые руки, то есть построить такой огроменный дом. Вот он, у него станки. Он здесь работает. И меня ведет в туалет. Она говорит, здесь... Я хочу показать туалет. Сколько с душой человек к своему жилью подошел. Смотри. О. Смотри, здесь миленькие два окошка, и здесь он сделал все семейные фотографии. То есть это прадеды, прабабушки, то есть прям старинные-старинные фотки. Угостил пивом, Бас называется, очень вкусное, но я так понимаю, это Эль, потому что, по-моему, это не пиво, но оно очень вкусное и нет такого горького привкуса, как обычно в Элях бывает. Саш,
Ты понимаешь, насколько важна большая семья, насколько это круто, насколько это вообще супер? То есть, представляешь, сколько у них внуков, детей, они все собираются, готовят вместе. Музыка такая играет. Кто-то пьет дринки, кто-то ходит там что-то делает. Да, столько судеб, в которые порознь, да, большую часть времени находятся, и в один день они все стекаются в одно место и празднуют. Круто. Дэн продолжает уничтожать индейку. Расширять. Я раньше себе представляла, что они приносят на стол огромную индейку. Боже мой, как же они все ее разделывают-то? Они начинают лезть кусками. Ничего подобного. Посмотри, пожалуйста, как она порезана. Все разделано слайсами. Так, это что? Барихот. А это картошечка. И вот крылья, ножки. Интересно, как они это делят, потому что всего два крыла и четыре ноги. Вероника Кондрашова. Пойдем, я спрошу. Здравствуйте. Вероника, ну она сниматься не хочет, и у нее фамилия Кондрашова, потому что экс-муж, но бывший муж, он Кондрашов. У нас здесь шведский стол. Какие-то стыквы. Мне нравится. Мой стол готов. Я пробую. Что это? Эти с орешками. Здесь орехи пекан с тыквой. Макароны с сыром. Салмон. О, очень вкусный. При этом он сильно соленый, а сверху сладкий. Сочетание крутое. Он телеки вывозит, смотри. Они уже открылись, блин. Мы приехали на Best Buy. А, вот очередь. Давай, заворачивай. Gotta cut you off from the things I do. Taking me for granted, but I always... Вот такая черная пятница. Ну, то есть там через... Завтра уже нихер делать будет, да? Они все... Они все сметают. Пустые просто этот... Пустые полки? Полки пустые. Ребят, смотрите, пустой магазин. Вообще никого. Потому что черная пятница и день благодарения. Мы идем купить продукты со скидкой. У нас есть 3 минуты. 12 яиц стоит 3 бакса, 2,79. Мини-огурцы 3 бакса, 2,29 стоит. За полкилограмма. Little potato. Это молодая картошка называется. $7. 500 рублей, считайте, стоит. Два, да, делаем? Да, давай для начала два. Попробуем, вкусно, если. Да. Если под Макалан зайдет. Я сегодня Дэну классную бутылку Макалана подарил. Он вот, радовался? Которая 18-летний у него стоял. Да, я видел. Знаешь, что это? Это соль. Ты никогда такой соли не видел? Я знаю, это типа... О, ничего себе. Горелая какая-то. Она не горелая, она копченая соль. Эпплвудом. Яблони. Не стыдно тебе? За что? За лень? Да. Да это новые технологии, ты че? Это лень, матушка. Мы же в Калифорнии живем, у нас тут мы... Силиконовая долина, думаешь, там придумают? Тесла, как бы, а мы до сих пор... Надо уже такую штуку. Еще лайфхак – это положить сверху кусочек масла. У меня последний не очень его удались, потому я надеюсь, что эти... Вов, еще один лайфхак – обязательно налить 50 грамм виски, да? Да, обязательно. Но на нашем канале мы не пьем, поэтому это будет на другом канале, да? Сейчас я Родю позову, он тут в ложек запахнет. Давай. В общем, ребят, подписывайтесь на канал «Калифорнийцы», там не пьют. Ребят, как думаете, как наш вечер заканчивается? Обычно у Дэна, и Дэн нам сделал подарочки, смотрите, салмон в вакуумной упаковочке, а это то, что нам очень понравилось у него на ужине. Неохота, на самом деле, из Америки уезжать. Прям. Прям.
Дэн говорит, что, ребята, если приедете в Америку, у вас будет точно такое же путешествие, он вас приглашает, приезжайте. Не, на самом деле, я сегодня посмотрел, как живет Дэн и его родственники, и это настолько крутая в плане традиции семья, что я такого нигде никогда не видел, реально это какой-то клан, где соблюдается вообще все, то есть там видно, что все друг друга любят, поэтому я теперь понимаю, откуда у него такое гостеприимство и насколько это круто. Вот так. Даже к чужим людям относится, как к своим родным детям. Ха-ха!